Эй, привет! Тервертуло, добро пожаловать! Айпи? Мама? Воздушный шар. Илма Паула. Трамвай. Радио Волну. Поезд. Юна. Пасха. Пасьяйнен. Пасха – государственный праздник Финляндии, посвященный воскресению Христову. Традиционный пасхальный цвет – желтый, а символ Пасхи – кролик. Дома на Пасху украшают желтыми нарциссами и веточками деревьев. Традиционное угощение – куличи, пасха и ржаной пудинг – мямми. В Финляндии готовятся к Рождеству 4 недели. Каждое воскресенье зажигают одну из 4 свечей. 23 декабря наряжают елку соломенными фигурками Химелли, а дома украшают красными цветами. В канун сочельника на елке зажигают огни. Четвертого декабря семьи собираются вместе. С утра дети гуляют, катаются на санках и коньках. До темноты идут в сауну. Вечером садятся за праздничный стол. Ночью финский Дед Мороз Йоллоу Пуки приносит подарки. Утро 25 декабря – время открывать подарки. Дарят обычно варежки, носки, шоколад и конфеты.